Здравствуйте! Сегодня мы с вами познакомимся с кистевой росписью. Для работы нам понадобятся тарелки разного цвета, большего диаметра и меньшего диаметра, палитра, на которой надо будет разводить цвет, кисточки для росписи, краски для росписи, вода для разбавления краски, бумажные салфетки для того, чтобы протирать тарелки. Все. Лучше всего роспись начинать с предварительного нанесения контура будущих элементов. Для этого я провожу карандашом эллипсы, три эллипса, в которых будут затем находиться будущие цветы. Эти цветы будут похожи на ромашки, эти цветы будут похожи на другие красивые цветы, в которых лепестки очень похожи. Вся красота в этой росписи заключается в нанесении кистью мазка, который потом повторить невозможно. Если по этому мазку нанести следующий мазок, то он уже будет совсем другой, не похож на первый и не может его повторить. Наносим мазочки от края эллипса к центру. Самое главное, чтобы получился красивый мазок, дотрагиваться сначала надо кисточкой очень легко, а затем к центру нажимать и отпускать. Нажимаю и отпускаю. И тогда сквозь краску просвечивается цвет основы, и получается мазок очень сложный, с различным тоном. По мере нанесения мазка мы проворачиваем тарелочку, наносим мазок по форме, центру отпускаем, с краешку нажимаем и отпускаем, приподнимаем кисточку. Наносим два мазка, один с одной стороны, вот у нас цветочек и получился. Сейчас я вам покажу, как можно наносить мазки только направляя к центру, не учитывая окружности эллипса. Можно нанести сначала для вас основные, для контроля такие контрольные мазки, чтобы от них потом уже ориентироваться и наносить другие мазочки, которые превращаются в лепестки цветка.
таким же образом заполняем и еще один. Вот основная часть трех цветов у нас готовая. Сейчас мы сделаем серединку желтого цвета. Мы можем их наносить точечно. Они создают дополнительный эффект. Совсем другое состояние. У этого цветочка сделаем серединку другой. А чтобы они у нас заиграли объемом, мы знаем, что очень красиво и хорошо сочетается классическое такое сочетание желтого и синего. И мы можем этот синий провести. Если просвечиваются части лепестков, которые мы делали, можем их перекрыть точечной росписью. Это тоже создаст дополнительный объем. Цветы готовы. Сейчас мы вокруг них создадим листья, и наша цветочная поляна подскажет нам о красивом листе. Когда просвечивается цвет фона, виден, какой сложный мазок. В этом и заключается красота мазковой росписи. Все были одинаковые, мы немножко их разбавим. Вот такая роспись у нас готова. Мы можем украсить ею стенку на кухне. Она будет служить красивым украшением интерьера. В технике кистевой росписи можно создавать не только цветы, но и фрукты, овощи, животных изображать. Я вам покажу, как изобразить, создать яблоко. В отличие от предыдущей росписи, нам понадобится кисточка крупного размера, потому что будем делать всего несколько мазков, и один из мазков будет сразу по величине будущего яблока. Набираем краски побольше на кисточку. И у нас блюдце маленькое, к
кругленькое. Вот мы в него впишем, как будто положим красивое наливное яблочко. Начинаем писать сверху и по форме блюдца. Нажимаем очень сильно кисточкой, затем снимаем вторую половинку яблочка. Оно у нас будет с красным бочком. Начинаем по форме другую сторону. Затем аккуратненько снимаем кисточку. Для того, чтобы оформить нам серединку, мы берем кисточку меньшего размера и края можем поправить. Делаем хвостик яблочка. И внутри яблочко. Зернышки. Яблочко готово. Яблочко готово, только немножко надо подправить края. Для этого мы берем салфеточку и проводим по краю. Этот мастер-класс для вас подготовила и провела Буровкина Людмила, профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой живописи и композиции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.